Плесень. Поддерживайте Хула, ребята, пожелаем командам удачи. Ливерпуль против Манчестер Сити. Тренер ушел, покинул. Дмитрий Ликсон сыграет на Манчестер Сити, я правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Лорд. А, какой лорд, нахуй? Лорд Гузлик. Спокойно, сначала присмотримся. Хул играет на Ливерпуле. Для тех, кто не понимает, красные игроки это Хул, синие это Дмитрий Лих. Аккуратничает Ливерпуль пока. Пока. Тебе, Диман, не надо комментировать, Диман, тебе надо просто максимально отдаться сейчас игре. И пусть будет, что будет, Дим. Главное не в ноль, что, ну, как бы хотя бы гол забить. Хул пока уверенно вводит, дергает игроков. Хороший нашел пас, удар, по заднице въебалось. Поставь по-братски, блядь, вот раз. Теперь моя очередь повозить, да нет, там прессинг такой идет сразу лютый. Ты как думал, брат? Ну, сожрать его, блядь. Если я пропущу, я охуею. Не сегодня, брат. Нет, у меня навес вообще не знаю, как этот фест навес забивать. Пока все очень спокойно у Ливерпуля, дамы и господа. Просто бегает, выебает своими кроссовками новыми, показывает, как работает шиповка на покрытии газонном. Ой, интересный пас, успеет ли игрок добежать? Не успел, чуть-чуть буквально не хватило. Кстати, хорошая могла произойти хуета, но хуета на то и хуета. Ой-ой-ой-ой-ой. Бартан, ты там стоял, что ли, блядь, сразу и поворот его, блядь, чтобы словить? Тогда делайте, чтобы слышно было. Блять. Ликса не слышно, говорят, пишут. Но это офсайд. Это был офсайд. Ребят, это был офсайд. Это мяч уже был в сетке. Да? Мячик понюхал чуть-чуть сетку. Норм, норм, говорят. Ну и слава богу, ёпки. Мне главное поспокойнее, блядь. Суть интересная, интересная атака от Манчестер Сити, от Лорда Гузлика. Пытался отдать пас в разрез через штрафной. Но тут реально вся команда в обороне. Тут железная оборона происходит, и это ничем не... так сказать, не обернулось, блядь, для команды Манчестер Сити. А вот Ливерпуль сейчас может произвести охуительную контратаку. Ищет возможные... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, дернул, да! Гол. Но тут, да. Это было... Сказа Славика я только мог забить. Это было очень хорошо, это было очень хорошо. Я стал, решил довериться компьютеру-защитнику, чтобы не мешать, но, к сожалению, надо, да. Надо. Слушай, было, наверное... прекрасно, прекрасно. Я не расстраиваюсь прекрасно. Пока. Прекрасно. Работаем, прекрасно это пока дернул Хул Дмитрия на воротах, блядь, так, ну, дернул ими. Нормально, спальни, нормально. Еще рано говорить, кто дернул, кого дернул, это... Слава, подожди еще. Естественно. Естественно, Диман, тебя никто со счетов не... Я буду играть в контроль, я поддержу мяч. Мы кулачки держим, сердечки сейчас закидываем. Кто держит мяч, тот владеет, так поддерживаем игроков. Просто поддерживаем мяч. Пока мяч у нас там не забьет. Меня 1-0 устраивает в любом случае. Ждем чего-то интересного. Блядь, ну он жрет. Ой-ой-ой, ну куда, пасик сразу. Хорош! Что за прессинг, блядь? Тут такой защитник, блядь. Какой отпуск? Тут не пройти, брат. Понимаю. Засылать его. Что же происходит, дамы и господа? Хорошо с обработкой. Как так можно принять, нахуй? Что же происходит, дамы и господа? Манчестер Сити с мячом пробегает по флангу, дает пас разрез на какого-то кента, хуй его знает, кто это. Ой, не получается навес, может второй получится, хуй его знает, блядь. Пасик, хорошо. Офсайд. Не-не, а, был, он да, не успел, реально был? Да, он не успел. Красиво, красиво, блин. Блин, я с флангов люблю Ликс играть, я не люблю играть через блядь, центр поля, но в этой фифе надо играть через Ликс центр поля. Из-за молодости, блядь. Фио, ты сколько? 31. Офсайд, 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 все нормально. Ну, даже если не офсайд, то, в принципе... Кстати, офсайда, он, видимо, не было, получается, да? Ну, может, и не был, но там один хуй вратарь, как бы. Хорошая разыгровочка в одно касание. Мяч в центре поля. Где-то пожрать его чуть-чуть. Ну, это грубо! Чистяк, слушай, это, слушай, чистяк. Это было хорошо, ебать, навернулся чуть Дмитрий Ликс, но это было чисто. Блядь. Мяч. Да не-не-не, с таким пасом, дружочек, на развороте, конечно. Ну вот, бери! Ну куда? Ну, ой, да. Что же будет? Что ж твое будет, ничего, блядь? Ничего не будет, все нормально. Нихуя. Ладно, включай, не будет, совершенно включаюсь верно. В игру, все, максимально. Нет, пугать. А ты мне нравишься. Нормально, мой. А не краснеешь, когда злишься. Вау-вау-вау-вау. Мы через пасеку идем отсюда.
Блядь, у меня защитник длинные ноги, но ничего не делать не может. Нападение. Гуччи Мейн с мячом дает пас на Салаха. Роберто Ферминьо. Интересно, комбинат. Слушай, как проходит вообще, ебет просто. Хорош, хорош. Ребят, тем не менее. Двор, но это специально тем не сделано. Менее, счет еще 1-0. Дин, спасибо Диночка за такую поддержку. Поддерживает Дмитрий Ликс. Ой-ой-ой, интересно, интересно, что будет, ребята, Агуэро! Удар! Нет! Надо было перекидывать. Но я просто, да, я видел, что ты выходишь, надо было перекидывать, наверное, а я ударить решил. Ну, вроде угол нормальный был, можно было забивать, но ладно. Что-то мне подсказывает, ребята, что... Что тут нужен Зинедин Зидан. Не-не-не, я... Пока атака моя просто сосет. Ну, блядь, что с ними? Но они просто падают, падают, бедолаги, голодные, блядь, такие же, как и мы, ёпта. Да куда? Дина, там есть да картошка? У меня пасы не идут. Я вот не верю. А можешь привести, пожалуйста, поклевать мне здесь чутка, блядь? Слушай, интересная комбинация от Манчестер Сити проходит, ебанутая, просто, блядь, отменная. Вынеси, просто вынеси отсюда. Какая же заруба происходила сейчас на краю поля. Воу! Хорошо перехватил мяч Манчестер Сити, Дмитрий Лик. Хороший пас. Да как ты принимаешь? За что тебе бабки платят? Хочу заметить, что огромные бабки платят. Я знал. Я просто знал. Пытался чуть тебе потело. Закинем. Давай. Ебать не встать. Охуеть, все куры в деревне в ахуе. Ну, блять, это пиздец. Что за дрифт? Манчестер Сити. Слушайте, даже несмотря на то, что счет 1-0. Один удар, один гол. Да. Статистика за тебя пока. Мне принесли чуть-чуть картошечки, ебать. Поклевать? Угу. Ну блядь, назад же, дружище, неплохо, назад. Блядь, неплохо. Хорош! Бля, я не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что за дыр? Это был полный пиздец. У него приступ, походу. Честно, я бы заорал, но у меня во рту был. Что за невезение, блядь? Ой-ой-ой! Блядь, было бы хорошо, если бы прошел, но не пошел. Выходим отсюда, пацаны, просто выходим. Через быстрый пасик. Лютый пиздец творится на поле прямо сейчас, дамы и господа. Трибуны кричат, осторожно играет Дмитрий Ликс. Блять, как его раскатать-то, эту банку не вскрыть, я в ахуе. Вратарь тащит этот удар в дальний угол. Давай закинем ему вот такую. Не, шальную. Ну ты, куда ты в руки-то возьми, на что кулаки? Шальну и закинуть ему. Да не зайдет. У меня защитник маленького роста. Это заход, брат, это точно заход. А если ёбнуть отсюда? Тут вратарь волейболом занимается. О-о-о. Нихуя себе, блядь. Лом отбил. Заменяйте вратаря, там руки поломаны, блядь. Бобби, блядь. Слушай, Ливерпуль вообще не отпускает просто мяч, реально. Блядь, это очень опасно, пиздец. Не, у тебя там автобус стоит, похоже, брат. Алекс крутит, блядь. Просто крутит. Беспощадно крутит. Я сейчас не про картошку. Блядь, куда? Так сильно. Ёбнул, так ёбнул. Силушка есть у игроков. Сила есть, ума не надо, как говорится. Полетели, брат. Давай, взлетаем. Немножко грязи наведем. Это пиздец. Ой, сорян, брат. Это фол был, Слава. Дочка ли? Дочка твоя была? Нет. Только не сейчас, блядь. Только не сейчас. Нет! Да не тут! Выйди нахуй! Лети, брат. И дальше запускай его. Брат. Хорошо. А там съедают за раз-два, пиздец. Не кушала, голодная оборона. А? Блять, Алис. В повязке тоже. Очень простых, пиздец. Покажи женой вашу фотку. Нет. Покажи женой да фотку. Да удар! Удар! Фотор на аватар. А, я подловил. Фотосессия. Солидный, ебать. Чего никуда не выкладываешь? Летим. Не выкладываешь никуда? Летим. Летим. Понял. Ребят, 65-я минута. Чисто в ногу. На табло 1-0.
Тут съедем. Ну ты Брюйни, ну ты Брюйни. Ёб твою, блядь! Блядь, это было... Это было, блядь, это было... Ой, какой хороший пас, разрез пролетает через фланг. Я уверен. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Удар! Ебать, один-один! Дмитрий! И пошел, это реально был Дмитрий Ликс, дамы и господа. Сюда! Чисто радикулирует чувака. Это было очень жестко. Я на тебя поставил из магазина прикола, поэтому. Спасибо, Алексей. Ну давай, с выкарабкой. Да куда давай, блядь, юдай поворотом. 70, ребят, 70 минут прошло уже после начала матча. Счет 1-1. Счет сравнялся. Ливерпуль производит атаку по флангу. Ебача будет ломать просто этих, бля, орешков нахуй. Удар! Ай-яй-яй, залетело в пузико, в пупочек. Да что ты делаешь, господи? Бля... Фил, ты меня заразил. Господи, ребята... что это за... Нахуй ты себя привозишь, блядь? Пацаны, Ливер не пройти. Вот понимаю. так быстро меняются эмоции у Дивана, блядь. Порадовался. Эту машину не остановить, блядь. Порадовался две игровые минуты, блядь, и все, ебать. И теперь сидит, ревет, блядь, у разбитого корыта, блядь. Так, комментатор, время еще не кончилось, хорошо. Естественно, не кончилось. Сюда, у вас со счетов никто не списывает. Согласен, Алексей. Нужно осторожнее энергию тратить. Да не, ну с такой прокидкой. Ой-ой-ой. Шанс! Да нет. Чист. Который Дмитрий у нас просто выебает в сыр нахуй. Проверишь? Козюльку надо выковырить. Оп. Нихуя в навес. И побежали. Слава, а, блядь, там чел. Меня просили молчать, я, естественно, затыкаюсь и больше ничего не буду говорить. Дмитрий Лик с мячом, ебать. Бля, главное не пустить, это пиздец. Ой, как в однотонниках, да, посмотри. Вот давай, Димур, Не-не-не. Удар! Ай, прямо, в варежки вратарю, ребята, залетает, ёпта, это хуйня, бля, похлебка. Ну, а что, блядь? Хорошо. Лететь, брат, лететь. Ой-ой-ой, хорошо, лететь, мяч перехватывает, хорошо защитник. Нормально. Перехватывает мяч. Дмитрий начинает выёбываться на абонента, блядь. Абонента. На абонента, ёпта. Фалы. Затоптал там чувак. Слушайте, жутко агрессивно играет Дмитрий Лик. Зачем-то кусает заху игрока. Что-то происходит вообще лютое совершенно. Даже не знал, что такой функционал присутствует. Ну прям ползалуп оторвало сходу. Согласен. 4 минуты, Дим. Я понимаю, Леш. Ну делай что-то. Что ты сделаю сейчас, если не пропущу? Боюсь, что пропустит. Ой-ой-ой, Ливерпуль опять штрафной. Гуччи мэйн с мячом, Салах. Удар! Нормально! Вратарь. Я напоминаю, что у Дмитрия Ликса все еще есть шанс откомбэчить. Я думаю, судья даст нормальное, так сказать, дополнительное время, солидное, может быть, около 3 минут, и мы очень на это надеемся, чтобы посмотреть побольше этот превосходный матч. Блять, а какой пресс! И это шанс, Две реально минуты. Шанс. Две минуты добавляет судья. Пас, разрез хороший, остается один Дмитрий Ликс. Смотри, он ближе сел. Я знал. Я знал. Бля! Хороший, брат, хорош. Блять, был момент, бля, в конце, красиво, но красиво. Чуть-чуть. Нет, просто на чуть-чуть. Хорошо.